Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на ЗАГТ ТВ. Спонсор выпуска Летик Косметик. Начните готовиться к лету вместе с Летик. Второго июля отмечается Международный день спортивного журналиста. В субботу погода будет облачной, с прояснениями. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Ночью температура составит от 14 до 18 и от 30 до 34 градусов тепла днем. Оставайтесь с нами на Первом независимом ЗАГТ ТВ. Thank you.